забывая заднее, простираясь вперед. Что Павел имел в виду? Забыть хорошее или плохое, или буквально все? Меня как-то дочка спросила, есть ли у меня гордость. И я попытался понять, разобраться с собой, есть ли у меня гордость или нет. И потом, когда разобрался, что у меня нету гордости, я тогда пытался разобраться, причина, каким образом Бог меня освободил от гордости. Вот, допустим, и потому получил и на этот вопрос ответ. Вот, допустим, скажем так, если я хочу сделать мобилку, iPhone, попытался делать iPhone, я так думаю, если я создам iPhone, для меня это будет круто. Для меня это будет так много. Вот я сделал iPhone. Слушай, но когда приходит время, и я уже его сделал, что-то во мне происходит непонятное. Для меня это уже не интересно. Это уже сделано. И уже как будто бы это не я сделал. И меня передо мной опять сверхъестественно Бог показывает следующие задачи, которые меня влекут эти задачи уже. И потом прошлое, заднее, оно остается сзади. Я простираю дальше вперед. А ты как это делаешь? Забываешь заднее, простираешь все вперед. Ну да, ну так же самое. Ну, вчера что было, было, надо сегодня идти дальше, завтра опять еще дальше. Достигли вчера чему-то, да, слава Богу. И есть Божий план на сегодня, Божий план на завтра. И надо идти, достигать. Да, да. Не собрать всю кучу. Заднее оставить, идти вперед. Да. Благослови вас, дорогие Господь.